Усім доброго ранку, ви на каналі Голубніка Дніпро, я з вами Леся. Сьогодні хочу розказати, що коли ви будете зараз дивитися, як формуються ягодки вашої голубіки, ви почнете зустрічати ось таку от ситуацію. І опять же почнуться питання, що случилось з моєю голубікою. От, посмотрите. От будуть молоді листочки ось так от присихати. Показываю еще вариант. Вот сам кончик будет вот так усыхание происходить. Это опять же особенность голубики. У голубики есть три волны роста. И вот это заканчивается первая волна роста. То есть вот она вас дала при росте. Вот здесь начнется усыхание молодого листочка. И пойдут дополнительные боковые приросты. Потом произойдет это еще один и второй раз. То есть трижды ваша голубика начнет останавливать себя в росте. Вот показываю. Вот такая же самая ситуация, поэтому не переживайте. Это не проблема, это особенность голубики. Вот такое вот усыхание крайнего листочка. Ну а дальше вы смотрите на свои ягодки. Все хорошо развивается, как все выглядит. Листочек здоровый, зелененький, насыщенный. Значит, все с вашей голубикой хорошо. Просто вот показываю, как будет происходить. Вот будет остановочка, а потом будут идти молодые приросты уже сбоку. Вот опять идет веточка. Так, вот посмотрите, как сейчас, чтобы стало. Вот так присохнет листочек. И после этого появятся вот такие вот молоденькие приросты. Усім гарного дня, здоров'я і миру в вашій хаті.